Здравствуйте. Сегодня я предлагаю вашему вниманию овсяную кашу на молоке. Но подавать мы ее будем с фруктами. Для приготовления каши нам потребуется геркулес, молоко, банан, яблоко и киви, щепотка соли. Итак, в кастрюлю наливаем молоко и доводим его до кипения. Молоко закипает, и нам надо его посолить. В кипящее молоко мы запустили крупу, геркулес, и теперь будем варить, непрерывно помешивая. Прошло 10 минут, и наша каша готова. Мы украсили ее фруктами, киви, бананом, яблочком. Как вырезать яблоко, так я показывала в одном из предыдущих видео, я оставлю ссылочку. Как можно так красиво вырезать яблоко. Обязательно завтракайте. И до новых встреч на моем канале. Пока-пока.